До сих пор самым популярным продуктом компании остается шунгитовое мыло. Это экологически чистый продукт, который не содержит нефтехимии. Изготавливается оно из натуральных масел и жиров по старинной технологии на заводе Golden Time Group. После подачи всех ингредиентов в данный котел, это основной котел варки, все ингредиенты смешиваются. Хочу обратить внимание, что должна быть определенная пропорция в определенном количестве. Все это нагревается, наваривается до определенной температуры. Каждая варка производится примерно полчаса до 40 минут. Мощность завода позволяет ежедневно за каждую смену производить до 50 варок. После завершения варки мыло остужается. После варки мыло заливается в данные матрицы. Эти матрицы изготовлены из специальной формы. Здесь используется пищевая сталь определенной толщины, нужной для формы мыла. Вообще очень важный момент. У нас все ингредиенты натуральные. Они используются в пищевой промышленности. Все экологически чистое, натуральное и полезное. После того, как мыло было залито в данные матрицы, оно остужается до 8 часов, в зависимости от консистенции, и дальше отправляется на резку. В декабре 2018 года было налажено производство нового мыла с добавлением самого шунгита и черного тмина. Это цех сушки, здесь мыло сушится. Справа от меня это классическое мыло. Здесь идет в составе шунгитовая вода, то есть шунгит настаивается на воде определенное время и используется в производстве данного мыла. Слева от меня это мыло шунгитовое черного цвета с добавлением самого шунгита. Здесь также есть шунгитовая вода. И здесь еще одна фишка, добавляется черный тмин. Мыло должно высушиться 2 недели. За эти 2 недели оно должно без обветривания, без специальной вытяжки, оно должно высушиться естественным образом. Минимальный срок сушки – это 2 недели. Почему? Потому что мыло должно набрать свои определенные качества, и только тогда оно становится таким вот полезным, таким хорошим, действенным мылом.